быстро разгоняемся на сон. Такая сука просто спит со всеми, сколько попало вообще. Какая мразь, иди сюда! Иди сюда! Ты колешься? Ты что, усы не побрила снова? Мы расстаемся! Капец, ты жирная стала! Дебил, мы не видели секунду. Наконец-то расстались. Она такая классная, вот. Я так скучаю. Похуй. Я возьму. Ублюдок! Артём забыл. Прошу прощения. Пиздец. Say something, I'm giving up on you. Ро, не отъезжаешь? Артём, присоединись, пожалуйста. Say something, I'm giving up on you. Every time I'm in the street, I hear yah, 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 yah. Man down, where you from, nigga? Fuck you. Я ей говорю, ну вот не надо так делать, кстати, зеленый. Видал, ну серьезно ты что? Привет, детка. Привет, красавчик. Ты очень горячая. Хочешь проверить, насколько? Тогда беру вино и выезжаю. Поиграем. Окей, жду. Получилось. Привет. Ага. Проблема, не вопрос. Адмос, дас видос. Тём, приготовь что-нибудь поесть. Я? Yeah.
Ну окей. Спасибо. Тём, зачёт нам всё. Что ты хочешь на 8 марта? Даже не знаю. Знаю. Ну, пойдем. Мы берем вот эти. С вас 27490 рублей. Блин, а цена такая же, как у Xbox. А ведь я его уже заказал. Но она такая счастливая. Берем. Спасибо за покупку. Приходите к нам еще раз в All Time. С праздником. Кстати, у меня дома никого нет. Может быть, ко мне? Я с вами? Ну ладно. Мне и самому хорошо. I've been playing with my demons, making trouble for yourself. Алло? Алло, Артём, ну ты где? Долго еще? Уже замерз тебя ждать? Да, я еду. В смысле? Да. Сорок минут, я просто в пробке застрял. Какие? Прости, реально, что опаздываешь. Открой окно. Открыть окно? Да, сейчас, секундочку. Ты что, не веришь? Думаешь, я не открою окно? Вот, видишь, слышишь, я в пробке стою, тут все просто раздражают. Ужасно. Вообще, подожди секунду, тут этот, притерся ко мне. Куда ты едешь, слышишь? Вообще-то я тебе на домашний звоню. Дорогая, выкидываем домашний телефон, он нам больше не нужен. Алло, привет! Да. Я уже вышел. Как приду домой, сразу лягу спать. Еще чуть-чуть и точно пойду спать. Едем в спортзал. В смысле в спортзал? Это все потому, что я жирная? Через 300 метров поверни налево. Ага. Ну да, ты же часто налево ходишь. Что ты постоянно в зеркало смотришь? Что это за курица? Ты что, ее знаешь? Вообще-то я перестраивался. Может, хватит меня во всем упрекать? Тогда поехали в ресторан? Нет. Это все потому, что я жирная? Ну чё тебе этот метр? Всё равно стоим. Слушай, а мы не можем сбоку объехать? Нет. А если аккуратно? Нет. Нет. Давно стоите? Давно. Да, я тоже. Чем по жизни занимаетесь? Ну, за знакомство. Москва, Москва. А Собянин чё? Собянин ничего. О, пробочка! Как раз досмотрю сериал.